Контракт с компанией «Куприт» может быть расторгнут. В Министерстве энергетики и ЖКХ заявили, что пока региональный оператор откровенно не справляется с вывозом мусора, и если так будет продолжаться, то вполне реален вопрос о смене компании, которая занимается вывозом мусора в Кировской области. Расторгнуть договор с «Купритом» по итогам текущего года предложил общественник Константин Сечихин. По его словам, причина – многочисленные представления прокуратуры в адрес регионального оператора. Министр энергетики ЖКХ Игорь Редькин подтвердил, что такое решение вполне может быть принято. Он пояснил, что сейчас «Куприт» не справляется с обязанностями, которые прописаны в договоре. Чтобы исправиться, действующему регоператору дается время. Если и дальше компания будет игнорировать требования надзорных органов, министерство будет искать другого, нового регионального оператора по вывозу мусора. Напомним, по итогам первого полугодия областная прокуратура нашла больше 700 нарушений в сфере обращения с отходами. Для их устранения ведомство направило 16 исковых заявлений, внесло 330 представлений в адрес регоператора и возбудило 4 административных дела. К тому же кировчане регулярно жалуются на переполнение контейнерных площадок и на то, что баки со дворов внезапно начали пропадать.